Государственный музей искусств имени Абылхана Костеева поздравил жителей и гостей Алматы с наступлением весны великолепным концертом. Ставший традиционным, музыкальный вернисаж был посвящен наступающим праздникам, Международному женскому дню и Наурызу. На сцене в этот вечер блистала великолепная Толкын Забирова. Я буду исполнять произведения без музыкального сопровождения, живьем. Я, как выпускница консерватории, люблю петь без микрофона, буквально перед зрителями. Меня особенно радует, что здесь очень хорошая акустика. Программа концерта под названием «Мелодии весны» была составлена преимущественно из всемирно известных арий и романсов. Завораживающая песня «Сольвейк» из оперы «Пер Гюнг» Эдварда Грига, произведение на стихи Марины Цветаевой, всеми любимые романсы из советских кинофильмов. Эти номера никого не оставили равнодушным. Сегодня я буду исполнять близкие душе лирические произведения. Среди них «Аве Мария» Бахгуно, «Сольвейк» Эдварда Грига. Ну и поскольку это праздничное мероприятие, я исполню знаменитые произведения «Шамши Ага», и я надеюсь, публика будет мне подпевать. Но вечер все-таки в жанре романса, поэтому я больше буду петь именно их. Государственный музей искусств имени Абылхана Костеева этим ярким событием открывает целую серию мероприятий, запланированных на весенние месяцы. Уже в течение марта ценители искусства смогут посетить открытие 4 новых выставок.